Всем привет! Сегодня я буду играть в Майнкрафт. Это уже мой мир, моего брата Амой. И давайте же начнем. Погнали! Давайте. Самое главное на битву. Чем дольше я играю, тем больше приключений. Отойди, овечка, пожалуйста, отойди. Пожалуйста, отойди. Яблоко, яблоко, я же говорил, яблоки падают. Первое яблоко. Овечка, ладно, мы уже что-то гулять, ходить, пока я не сделаю нормально. Давай. Так вот я невестка, я из приличной семьи, они не посмеют меня посадить. Так, что же еще рассказать? Ты туда и сюда, да? А потом за камнем пойдем сейчас. Настроим первый слой и пойдем за камнем. Потому что камень тоже очень важен. Первый слой. Давайте сложим слой. Так. Ой, там уголь же. Вот кирка, деревянная кирка есть. Теперь идем, когда будем и уголь, и камень. Овечка, ладно. Ах ты, хитрая овечка. Привет, покурить. Оп. Ай. Подойди. Нет, она меня толкает. Отойди уже. Попадается. Нет, она просто меня толкает, и я из-за нее не могу пройти. Стоп, поди, где я здесь же. А вот он, вот он, вот он, вот он. Это уголь? Да, это уголь такой. Да.
Но здесь я не буду делать первую шахту. А, всё, ладно, сделаю. Может, вообще буду жить в море? Ну так, значит. Нет. На работу. Вообще теме, да? Я так глубоко зашел. Давайте так, я задам вам несколько вопросов, а вы на них ответите. А может, подожди. Хорошо. Настройки графики. А, да, да, все. Хорошо, я тогда. А что там не поступило на сын? Нам могу предзаговорить кое-что сделать. Если стало известно, что ваш сын Геннадий был вашим сообщником, пожалуй, модного дома. Я что написал по-русски? Ладно. Нет, у нас нет прав использовать эту команду. Открыть для сети режим игры выживания, использовать читок, включить. А, все, теперь я смогу. Клац, клац. Хотел бы что? Почему я же написал да? Скажите, пожалуйста, нам нужны самые лучшие кольца для помощи. Есть. Такс, такс. А теперь... Да почему у нас нет прав? Смотрите. Вы что, смеетесь? Такс. Мне так нравится. Там немного бриллиантов. Если я что сделал с этим в мире, сделал свой мир. Если. Такс. Музыка и звуки. Сбор, да, сроки, графики, внешний вид. Плащ, включить, что значит плащ? Значит, что будет плащ? Ладно, я могу сейчас сделать факел. Сейчас я сделаю факел. Вот, все, есть факел. Кстати, с нами сегодня бабушка. Здравствуйте. Привет, привет, я с вами. Но у нас есть дафтила. Опля, все. Вы хотите продать все вместе? Да. Мне больше нравится вот это Наверное, уже ночь нужно посмотреть. Я даже ночь не сделаю. Не, светло. Да, чудесно. Не хочешь за мной добываем, добываем и добываем. Конечно, на фоне все это.
Что же можно поделать? Мама, дойди до самого конца. Что можно поделать? Дойди до самого конца. Да, до самого конца здесь есть. Ровно как называется, бедрок. По-моему, черная порода. Как-то так. Черная порода камня. Ух ты, пух ты! Прям мост. Вот, а потом я сделаю. Это сундук у тебя? Нет, это у меня верстак, я в нем крафчу. Там была, по-моему, елочка. Ой-ой, сейчас нам придется защищаться. От кого? От зомби. Ты можешь зомби пришли. Уже нападают. Придется защищаться с тобой. И здесь. Поставить двери. Хорошо. Не, красивее будет. Сейчас. Пока что будет такой дом, а здесь нужно закрыть. Все. Пока же будет такая гаража, а тут будет типа окошко. Сейчас можно так окошко сделать? Что за катерина? Там интересно. Ну и так, и так. Нужно прожить хотя бы эту ночь. Да где ты, Джошуа? Голливудский актер певшего эшелона. Мы все умрем. Это же очень громко. Мам! Это же очень громко. На чем такая игра? Такс. Понятно, на чем. Так здесь зима рядом. Здесь же рядом снежок. Ударить. Промахнулся. Шо? Куда? Обалдеть. Тихо. Можно построить на мост. Надо будет построить какой-то мост. Сюда. Так, проходим и прыжок. Пока что будем здесь. А где все монстры, мне интересно? Где все зомби? О, так давайте сделаем кровать. Почему вы падаете? Теперь вы падаете. Ты пока что, бабушка, ты ничего не пропустила. Я только убила одну эту овечку, чтобы получить шерсть. А если будет 3 шерсти, то мы сможем сделать кроватку и поспать. И
На этом наша задача закончится. Наша задача пережить эту ночь. Это для матраса, да? Можно так сказать, это шерсть. Это шерсть. Не, ну шерсть для матраса. Да. А почему только там зомби? Очень странно. О, еще одна шахта. Но я не пойду, потому что у меня нету кирпича. Такс. А где все овечки? А где же овечки все? А, зомби! Первый зомби и крипер. Крипер, да, тут я. Уйди, не подрывай, пожалуйста. Иди отсюда. Не взрывай, пожалуйста. Есть, я убила его. Ух, это очень сложно. Подождите немножко, я поищу овечку, тогда уже скажу. Ребята, я нашел овечку. Давайте. Овечку. Есть, осталось еще одна шерсть. Вот она! Вот эта овечка последняя наша. Я помню, ты должна. Вот, все. А вот здесь еще одна. Идемте, я. Давайте я приду, а потом. Ребят, пока я это шел, я ударился. В игре. Давай сделаем печку и пожарим мяско. От овечки. Да. От овечки 4 мяска у нас. Здесь пожарим. Вот. Ждем. Ребята, я нашел еще одну яблочко. Сейчас поем. О, все. Можно больше не кушать. Есть. Теперь мы сделаем кровать. Так. Ты мне будешь подсказывать? Так. Нужно сделать кроватку мне из разноцветной шерсти. А почему? Нет! А где все? Вы видите? Нет у меня ни в инвентаре, нигде. Но мы прошли наше задание, мы прошли нашу миссию, но вещи пропали, они близко пошли. Ну что ж. Я почти. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Всем.